с вами я, Лита и Камар, и сегодня мы с моим другом Данилом будем играть в закладку бомбы. И если я мертва, то я выполняю одно желание, а если я проигрываю, то я его, он мой, мои желания, да? То есть если я мертва, то я ему исполняю желание. А если он, то он мне. Поехали. Кстати, надо написать привет. Так, давай скажем поехали. Ты знаешь, что ты... Снимаешься. Вот так. О, да, я его подпустила, что давай снимаем. Сейчас поехали. Давайте поехали. Закладка. Я боюсь, что я в закладку буду. Блин, а я боюсь, что я буду проигрывать. Жесть. Знаете как? Потому что мне... Надеюсь, он не попросит у меня ножа. Что-то происходит. Блин, здесь нам пизда. То есть мне пизда, потому что я не хочу. Я боюсь, что я буду умирать и буду выполнять. Вот, блин. Ну, надеюсь, это не считается, типа, если ты умер. Блин. Надеюсь, это не считается. Да? Это же не считается. Надеюсь. Так, прям-то где? Я буду мамнификовать. Это для Лиза мне придется вот тут сидеть. Потому что мне придется играть, потому что я буду с куном, если я буду там. Я буду очень осторожен. Я буду вот тут. Вот. Закончим. Это жесть. Это ж надо было... Так, он тоже, походу, будет, потому что он тоже... Что? Это как... Бонусы, в принципе. А я знаю, что у него перчатки есть там. Мы договорились, что мы не будем брать... Не будем брать там перчатку не говорим. Мы говорим про ножи. Мы ножи не будем брать. А
Он по перчатке ничего мне не говорил, так что я возьму перчатки. Давай, чё. Давай, чё. Хорош, клатч. Он сейчас... Так, короче. По одному желанию. Класс, класс, короче. 1-1. Первый раунд за мной. За нами, то есть за моей командой. Мы пошли на Бэплэнд. Я боюсь, что я сейчас сдох. Я опять сдох. Понимаю, что я... Ты дебил! Ой, боже мой! Ой, боже мой! Ой, боже мой! Пожалуйста, телек, замочите его. Ну что он делает? Ладно. Чел, ну что ты творишь? Так. Челик реально, да? Зачем? Зачем? Ну зачем? Играешь? Ага. Все, я должен два желания, а чего лишь один. Одна пара перчаток, когда это будет Авито. Она убила. Охуенно, я должен три желания. Ну какого, блядь, хуя? Это отстой полный. А что, Дэниел? Давай, Дэнюша. Давай. Куда? Он тебе должен мне два желания, а я три. Надеюсь, я опять не сдох, но потому что я не хочу исполнять 4 желания. Все, в этот раз я буду секуном. Сделай секуна. Давай есть, я всю катку. Но хочу. Ну хоть что я не сдох, кстати, он походу должен 4. Он сколько должен? Желаний. Тоже 4, а? Он тоже 4 желания должен. Так, осталось выиграть, сколько? 5 раундов. И победа будет за нами. Опять! Стиль чукуна. Обожаю этот стиль. Так, опять! А, нафига за меня подключился? Вообще, вот он там стоит с бомбой. Хоть бомбу бы мне отдал.
наверное, его там прибили. Я посрался, блин. Ну, не судите, если вы два убийства сделали. Охуенно, 6-6. Мы сейчас дела не дождутел друг другу. А, вот. Мы сейчас дела не друг другу должны. Вы куда на Бэтланд? Ну, только я ковял. Я хотел вот так, типа, вот этот сакуна сидеть. Алло, мамонт. Это Денил. И иногда я мамоном называюсь. Ну, я что, извини. Куда вы бомбу унесли, придурки? Мамон, дай бомбу. Блин, опять момент. Данил, дай. У кого бомба? Это Данил. А что ты на месте? Что ты бомба? Bomb has been planted. Убил. Бомба вообще-то. Понятно? Вот сколько нас тут же? Вот он. Денил. Что я против пятерых? Должны справиться вроде как. Алло, на нас... Кстати, я спрятался с счетом. Мы по 7, да, должны? Всем желаний исполнять это. Жесть. Семь. Обычно бывает 3 желания там. 2, 1 желание. А тут я должен, блин, 7. И он должен 7. Да? Он тоже должен 7. А, уже 8. И я 8, походу. Я уже сберусь сейчас счету. Мы, по-моему, обе должны по 8. 8 желаний, офигеть. Мы, по-моему, только сдох. 8 желаний. Во-первых, я бы взял перчи. Во-вторых, я бы акротураган. Керамбит, Слав и Скретч. О, один из двух. Мамон, скройся. Я что-то поймал. Мамон. Осталось только 1 секунд. А мама живой? Живой. По-прежнему 8 желаний. 8 желаний. Я в конце напишу, что мы должны оба 8 желаний.
она вина в эфире будет. Девять желаний, охуеть! Я должен 9, он должен 8. Давай сдохни, сука. Хорош. Маму. Блин, почему я его хочу маму назвать? Ватура, извини, если что. Денчик, извини. Так. Как он там его увидел вообще? Короче, я должен 9 желаний, я офигеть, а он 8 должен. Но 8 это тоже неплохо. Так, а что можно сделать? А стоп, я сдох, мат. Что, я буду тут в секунду. Ладно, пофигу. У меня 14 хп. О, мамочек, молодец. Сколько я прям 4. Мне кажется, нормально. Мне кажется. Последний раунд. Давай, Данилчик, Денчик, давай. Желание, вы что издеваетесь? Как я вообще это... Я победить тяжел... Он сдох? Он сдох. Он мне должен 9 желаний, а я ему 10. Охуенно, блин. Он хорош. Победа! Сейчас ему придется сказать все-таки, да? Что я ему 10 желаний должен. А я ему... А он мне должен всего 9. О! И что мы получим? Это... Удача! Удача! Удача на моей стороне, надеюсь. Так а как я не во-первых попасть? Может... А может... Попасть в голубые, например? Давайте, например... Пожалуйста, что-то годное... Что... Ай, сука! Так, а мама отошёл. Давай. Давай ты мне. О, 9. Я тебе 10. Вот так. Я ему написал. Сколько мы там уже посетили? Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Хорош. С кого начался? Кого?
начнем. Ну, наверное, я сейчас быстренько положила смен. Ну, давай. Ну, ладно. Ой, блин. Я переживаю за кино. А, тебя? Загадывай. Давайте я перевожу. Так, подожди. Ну ладно, я сейчас буду обсуждать, что, как дела. Ну, а с вами был я, Лита Игорь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Был со мной еще Денчик. И давайте соберем 1000 подписчиков до моего дня рождения. Всем пока-пока.